Алло, мистер Поляков? Я слыхала, вы ищете двух девушек в отъезд. Что случилось? Как они ходят на таких каблучищах, Джо? Как они сохраняют равновесие? У них центр тяжести в другом месте. Пошли. Больше всего в женщине я ценю ножки, лодыжки в особенности. Я тоже. Какое совпадение. Будьте здоровы. Ужасно обидно. Нам было бы так уютно на яхте. А если меня вырвет? Тогда, пожалуй, не стоит. Я знаю примиленький кабачок. Там отличный оркестр. Опять ведете. Простите. Джерри, ты в отличном настроении. Ах, Джо, если бы ты только знал. Выкладывай. У меня скоро свадьба. Поздравляю. Кто же невеста? Я. Что ты говоришь? Опомнись, ты не можешь выйти за Озгуда. Он слишком стар для меня. Я позвонил маме. Она безумно обрадовалась. Дарит тебе свое подвенечное платье из белых кружев. Нет, нет, Озгуд, я не хочу венчаться в ее платье. Мы ведь... То есть она... У нее совсем другая фигура. Мы перешьем. А, этого еще не хватало. Нет, Озгуд, давай на чистоту. Я вообще не могу стать твоей женой. Почему? Ну, хотя бы потому, что у меня крашеные волосы. Это не важно. А я курю. Дымлю, как паровоз. И это не важно. А какое у меня прошлое? Прорва мужчины, в том числе один саксофонист. Я тебя прощаю. О, Боже. Я никогда не рожу тебе ребенка. Усыновим чужого. Ну уж, если тебе и этого мало. Я ведь мужчина. Ну, у каждого свои недостатки.